современный левак в России не может спокойно ни спать, ни есть. Сутки напролет он думает, кто же убил СССР. Мы отправили детективов расследовать данное дело. Ну что, начнем наше расследование? Давай тогда с самого начала. Может, все-таки не с начала времен? Тогда давай сузим круг подозреваемых, посмотрим, кто у нас есть на карандаше. Предлагаю разделиться. А вы внимательно следите за нашим расследованием, чтобы ничего не пропустить. По ленинской концепции история революционного движения начинается с декабристов. Условно он выделял три этапа. Период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год. Разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год. Пролетарский, с 1895 по настоящее время. Не наши с вами, конечно. Исследователи считают, что Ленин связывает деятельность поколений революционеров с общественными кризисами 1825 года, восстание декабристов, и 1859-1861 годов, реформы Александра II. Это пики общественной активности оппозиционных сил, которые требовали от государства переустройства экономической и политической организации общества. Пиком кризисов предшествовало мощное организационное движение оппозиционных сил в кружках, клубах и партиях. Однако слабость рабочего движения и партий, с одной стороны, сила и оперативность властей, с другой стороны, привели к выгодному для правительства разрешению кризисов. В первом случае в пользу правительства, во втором частично в пользу народа при формальной победе правительства. Однако причины кризисных явлений сохранились. Поэтому через 18 лет произошел очередной кризис 1879-1881 годов, завершившийся убийством царя. После провала восстания декабристов тайные кружки никуда не исчезают. Наоборот, их становится все больше. Теперь в них участвуют не только представители дворян. Постепенно они превращаются в разночинские. Герцен Чернышевский еще очень далеки от народа. Но они разработали теорию, которая оказала огромное влияние на появление народничества, идеологии, цель которой была сблизить интеллигенцию и простых людей. Например, Герцен считал социализмом освобождение крестьян и общинное землевладение. Появляется организация «Земля и воля», объединив в себе множество кружков. Из-за жесткой реакции со стороны властей, хождения в народ и неразвитости кружковых масс, часть ее сторонников начинает рассматривать метод террора как единственно возможный. Это вызывает раскол в организации на народную волю и черный передел. Народная воля готовится к убийству царя, которое произойдет 1 марта 1881 года, а черный передел во главе с Плехановым считает, что необходимо продолжать агитацию в деревне и помогать рабочим во время стачек. Полиция тем временем продолжает преследовать членов социалистических организаций, проводятся массовые аресты. И к 1883 году за границей собирается костяк, который организует первую в России социал-демократическую организацию «Освобождение труда». В нее входят Лев Дейч, Павел Аксельрот, Василий Игнатов, Вера Засулич и уже упомянутый Георгий Плеханов. Они начинают переводить Маркса и Энгельса на русский язык, заниматься популяризацией идей марксизма и развитием теории. Ленин впоследствии писал об этом периоде. «Это была эпоха мучительных поисков настоящей научной теории. Пора интенсивной работы прогрессивной мысли России, настоятельно искавшей выхода из кризиса, который переживало народничество. Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль, создав основы социал-демократического миросозерцания». Группа освобождения труда развивает свои взгляды под влиянием марксизма и выдвигает революционную идею о том, что в авангарде движения должны идти не крестьяне, как считалось ранее, а рабочие. Однако подобные идеи носились тогда уже в самой России. Тем временем в самой России в 70-е и 80-е годы растет рабочее движение. Появляется первое объединение рабочих. В 1875 году Виктор Обнорский, член одного из народовольческих кружков, после его разгрома, спасаясь от ареста, едет в Одессу. Там он встречает интеллигента Евгения Заславского. А он к тому времени организует Южно-Российский союз рабочих.
организацию с ячейками в Харькове, Ростове-на-Дону, Орле и Таганроге. Новизна программы этой организации была в соединении экономической и политической борьбы, а также в том, что она была организована под руководством тех, кто изучал теорию в кружках. Получив от товарищей опыт, Виктор Обнорский уезжает за границу, где общается с местными социал-демократами. И возвращается в Петербург в 1978 году уже вместе с рабочим Степаном Халтуриным создает Северный союз русских рабочих. Они выступали за политическую свободу и пытались создать организацию с единым центром, но неудачно. Стачек становится все больше, причем из стихийных они превращаются в организованные. Одной из первых и громких становится Морозовская стачка, организаторами которой стали двое рабочих. Член Северного союза русских рабочих Петр Моисеенко и неформальный лидер Василий Волков. Они устроили тайные встречи с наиболее авторитетными рабочими и убедили их остановить фабрику, после чего начались уже погромы административных зданий. Владелец Сава Морозов пытался договориться и вернуть штрафы за 2 месяца, но протестующие имели четкие требования. Штрафы, по их мнению, не должны были превышать 5% заработанного рубля, а вычеты за прогул должны были быть не более 1 рубля. Причем рабочий должен был получить право уйти с предприятия, заявив об этом за 15 дней. И хозяин не мог его уволить, не известив за те же 15 дней заранее. Показательно, что рабочие требовали, чтобы эти условия труда были зафиксированы в законе. Участники стачки также пытались ввести элементы рабочего контроля над производственным процессом. Ленин впоследствии писал: «Эта громадная стачка произвела очень сильное впечатление на правительство, которое увидало, что рабочие, когда они действуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда масса совместно действующих рабочих выставляет прямо свои требования». Эти организации были разгромлены, однако к тому времени уже сформировалась преемственность. Члены организации распространяли свои идеи в кружках, которые постепенно из народовольческих превращались в социал-демократические. Зимой 1883-84 возникла Благоевская группа под названием «Партия русских социал-демократов». Естественно, до партийной организации было далеко. По факту это было кружковое объединение. Группа организовала около 15 кружков в разных районах Петербурга, издавала газету «Рабочий». После ее разгрома появляются новые подобные объединения, например, «Товарищество санкт-петербургских мастеровых», под руководством Тачиского. И вновь оно ведет кружковую агитационную деятельность, устанавливает связи с рабочими на заводах. В 1988 году охранка устраивает разгром, но на ее остатках возникает новая, Брусневская группа. Она охватывала практически все районы Петербурга. В каждом находился кружок, и в нем состояло около 10 рабочих. Интересен тот факт, что им впервые удалось создать марксистский кружок среди работниц. К концу 80-х существовали кружки почти во всех крупных городах – в Москве, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Киеве, Харькове, Одессе. Кружки устанавливали связь друг с другом. Ленин тоже состоял в марксистских кружках, но во многих учебниках об истории КПСС пишут, что он был их организатором. Это неверно, потому как противоречит воспоминаниям и идеализирует фигуру Ильича. Вклад Ленина огромен, но победа в революции досталась путем труда огромного количества большевиков, многолетнего и упорного. И что самое главное, было вызвано объективным ходом развития движения, а не вкладом только одной личности. На самом же деле молодой Ленин посещал кружки и, о ужас, стал марксистом не сразу. Воспоминания Карла Радека. Ильич попал в народовольческий кружок. Там в первый раз он услышал о Марксе. Читал доклад студент Мандельштам, будущий кадет, и развивал в докладе взгляды освобождения труда. Доклад был очень мутный, но все-таки, как сквозь туман, Ильич увидел в нем мощную революционную теорию. Он добыл первый том «Капитала», который открыл ему новый мир. Остались и воспоминания самого Мандельштама. Но начиная с зимы 1888-89 годов, я начал нелегально наезжать в Казань и возобновил занятия в своих кружках. Теперь уже больше внимания я уделял политической экономии. Особенно же отличались мои занятия этого периода от предыдущего тем, что главное внимание я начал уделять знакомству моих слушателей с творениями Маркса. Наши собрания с зимы 1888-89 годов происходили главным образом в пригородном саду Швейцария, а также на квартире, пользовавшейся тогда в Казани большим авторитетом, старой народоволки Четверговой. Вообще же в кружке, кроме занятий, часто разговоры обращались в споры о народниках и народовольцах, а также о социал-демократах, вернее о группе освобождения труда.
Основная группа моих слушателей была студентами Казанского университета, отчасти и ветеринарного института, но нередко бывали случаи, когда приходила молодежь, фамилии которых я и не знал. В тогдашней Казани было несколько кружков, смутно догадывавшихся о существовании друг друга. Но зато в самих кружках в целях конспирации создавалось положение, при котором фамилии участников оставались неизвестными друг другу. Лишь теперь я узнал, что в числе моих слушателей в конспиративном кружке в Казани в зиму и весну 1888-89 годов был Ленин. Из остатков группы Бруснева после ее разгрома в Петербурге удалось собрать марксистский кружок студентов, так называемых «стариков». Туда входили Ванеев, Запорожец, Малченко, Красин, Кржижановский, Радченко, Сильвин и Крупская. Туда и присоединился Ленин, когда приехал в столицу из Самары. Причем, чтобы вступить в кружок, ему пришлось предоставить рекомендации от товарищей и даже сдать своеобразный экзамен. Сначала у стариков даже возникли сомнения в приверженности Ильича идеям социал-демократии из-за спора о терроре как методе борьбы. Но в итоге сработались на ура и со временем установили связь с кружком молодых технологов, а также с несколькими независимыми кружками рабочих, например, под руководством Шелгунова и автономным кружком Заневской заставы. Также плотно сотрудничали с народовольческой типографией. Дело в том, что несмотря на разногласия между народовольцами и социал-демократами, многие кружки вели вместе, но после очередного разрыва делили кружки между собой. Рабочие, кстати, вообще не понимали, почему вдруг кому-то из ведущих запрещают вести у них кружки. Осенью 1894 года началось знаковое обсуждение вопроса об агитации по брошюре Кремера. Дело в том, что по воспоминаниям многих участников кружка, сами рабочие снизу стали тяготиться тем, что в кружках только изучают теорию, но не пытаются анализировать реальность их предприятий. После этого Ленин разработал для рабочих кружков вопросник для выяснения условий труда работников на фабриках и заводах. А зимой 1894 года разразились массовые стачки, которые начались с Невского механического завода и в порту. Тогда все это происходило даже без участия рабочих кружковцев, но удалось оперативно сработать, и впервые небольшая агитационная брошюра была напечатана рабочим кружком Шелгунова и Бабушкина во время стачек на Семянниковском заводе. Тогда же решили дать имя организации, а именно «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», потому что листовки необходимо было подписывать. Очень уж популярны они оказались. Лето 1895-го прошло в обсуждениях и спорах. Рабочие пытались создать кассы взаимопомощи, но интеллигенты считали, что нужно создавать их не только на предприятиях, но и для организационной работы социал-демократических организаций. Договориться тогда так и не удалось, и кассы создавались как попало. К тому же внутри самого Союза велись споры о том, что делать с кружками. Например, Ленин выступал за переход к агитации, то есть чтобы кружки создавали кадры для этой цели. Радченко же считал, что нужно продолжать курс на самообразование рабочих. Большинством решают применять новую тактику и успешно реализуют ее, раздавая листовки во время забастовки на фабрике Торнтона. Параллельно с этим удалось установить связи с группой освобождения труда. Например, петербургские марксисты ездили за границу, где удалось договориться с Плехановым об издании сборника «Работник». В конце 1895 года проходят массовые аресты из-за затесавшегося в ряды Союза провокатора. Ленин оказывается в тюрьме и в дальнейшей работе Союза принимает участие только с помощью написания текстов, не все из которых вовремя доходят до соратников на воле. Летом 1896 проходят массовые забастовки ткачей. Кроме ужасающих условий труда, им решили не платить за коронационные дни Николая II. Забастовка началась тоже стихийно, но Союзу борьбы удалось вовремя наладить распространение листовок и обеспечить ткачей информационной поддержкой. Зимой стачки продолжились, потому что обещанного уменьшения рабочего времени не произошло. Союз анализировал, собирал сведения, но среди рабочих появился запрос на объединение разрозненных кружков. К тому же снова встал острый вопрос о кассах. Дальнейшее восстановить очень трудно, потому что в начале 1896 года вновь проходят аресты
и внутри самого Союза происходит очередной раскол. По словам отделившихся студентов, Тахтарев, Якубова, они поругались со стариками из-за того, что те не хотели вводить в руководящее ядро рабочих. По словам стариков же, молодые говорили, что нужно сосредоточиться только на экономической борьбе, без перехода в политическую, и поэтому не думали о конспирации. Ленин же считал обязательным их сочетание – политическое воспитание рабочих, чтобы подвести их к пониманию необходимости свержения самодержавия, а затем социалистической революции. Но он тогда находился в тюрьме, так что прямого участия не принимал. Показательно, что в советской историографии Союзу борьбы приписывали роль полноценного централизованного организатора стачек. На самом деле, связи с рабочим движением были еще слабы. К примеру, Василий Шелгунов вспоминал впоследствии в своих мемуарах. Скажу еще два слова о нашем отношении к Союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Рабочая организация существовала совершенно отдельно и в него не входила. На интеллигентов смотрели только как на просветителей. В отдельных районах работали авторитетные рабочие организаторы. Они организовали и поручали организовать кружки, выискивали квартиры, приглашали интеллигентов для занятий. В каждом районе было кружка по три, в каждый входило 5-10 человек. Связь с Союзом борьбы у нас была идейная. С другой стороны, Шелгунова в мемуарах тот же Тахтарев обвиняет в вождизме и нежелании вступать в организации из-за стремления к автономии в своем кружке. В общем, как вы поняли, материал о том, чем был Союз борьбы, очень неоднороден. Бывшие соратники после разрыва обвиняли друг друга в оппортунизме. Ничего не напоминает? Но можно сказать одно. Создать единую централизованную структуру с филиалами в разных городах Союзу тогда не удалось до конца. Зато он внес огромный вклад в дело перехода от кружковой работы к агитационной. Ну что, как успехи? Есть подозреваемые? Сначала я подумал на Плеханова, но сейчас я все-таки склоняюсь к версии, что это не он. Все-таки тогда он только становился социал-демократом и еще только теорию развивал. Ну а ты что накопала? А я обнаружила искажение в советской пропаганде. Да ладно, какое? Да, оказалось, что Ленин единолично не организовал Союз борьбы за освобождение рабочего класса, а просто участвовал там наравне с другими участниками. Кстати, когда организовывали первый съезд, участники Союза не были в нем особо задействованы. Почему? Так большую часть активов в тюрьму посадили. А, ну да, я когда документы изучала, обнаружила, что большую роль при этом сыграла Киевская организация «Рабочее дело». Это что, те самые социал-демократы, которые образовались из «Черного передела»? Ага, им даже удалось привлечь бунт, еврейскую организацию помощи пролетариату, и Московский рабочий союз, который организовался на самом деле благодаря Петербургу. Читал я тут на днях советский учебник, и вот там написали, что первый съезд прошел неудачно потому, что на нем не было Ленина. Есть только один вариант это проверить. Едем в Минск. Сюда холодным мартовским вечером 1897 года прибыли делегаты съезда. Тогда, конечно, здесь все выглядело иначе. Это были обычные дома. Все приезжали сюда якобы, чтобы просто отметить день рождения владельца квартиры Румянцева. Итак, наше расследование привело нас в Беларусь, город Минск. Именно здесь прошел первый съезд РСДРП. Правда, тогда эта партия так не называлась, потому что даже после съезда решили ее называть просто социал-демократической партией. Слово «рабочее» по своему желанию вписали члены выбранного же здесь ЦК. Хотя на самом деле на съезде рабочих-то по сути и не было. И поэтому многие были против добавления слова «рабочее» в название партии. Инициатором съезда был Струве. Но хотя инициатива исходила от него, низовой запрос на объединение уже начинал формироваться. Тот самый Союз борьбы за освобождение рабочего класса, которому руководил Ленин в Петербурге, о котором мы с вами говорили, когда упоминали кружки. Вот они уже пытались на самом деле объединиться с Москвой, Вильно, Киевом и выйти на переговоры по поводу создания некой такой протопартийной структуры. К сожалению, аресты помешали воплотиться в жизнь этим планам. Но было мероприятие, куда все-таки удалось добраться делегатам из Москвы и Петербурга, и тогда они уже попытались договориться о чем-то. Единственное, чего удалось добиться тогда, это как раз-таки решить вопрос о съезде в Минске. Да, очень интересно посмотреть, в каких городах тогда была движуха, потому что, ну, очень узнаваемо, где у нас сейчас кружки тоже есть, да, посмотри, Таганрог, Ростов-на-Дону, везде есть кружки, а вот... Иваново-Вознесенск, соответственно, да, Кострома, Ярославль,
Это забавно. Хотя вот в Шуе сейчас пока еще кружка нет. Уфа, Казань, прям вот города, где сейчас тоже самое такое мощное движение. Показательно, конечно. Но тут добавлены Литва, Латвия, Польша, где на тот момент очень развивалось все из-за того, что был обострен национальный вопрос. И опять же, вот Одесса и... Николаев. Да, мощная движуха на Украине была. Сейчас, конечно, там с этим намного сложнее. А узнаете, кто это? Наверное, не очень понятно, очень молодой еще Феликс Эдмондович. Он как раз-таки в эти годы активно развивал движение в Литве и, соответственно, тоже в Польше, потому что на тот момент партия социал-демократическая объединилась, кстати, благодаря усилиям его же, на самом деле, потому что он всячески топил за то, чтобы и Литва, и Польша были в составе одной единой партии и, кстати, выступал за соединение с партией российской тоже. Другие активные участники, без кого не прошел бы первый съезд, это бунт, в общем-то, очень активное движение, которое выступало за права пролетариата именно еврейского. Но потом это движение ушло в чистый вот оппортунизм. Ну, конечно, союз борьбы за освобождение рабочего класса. Без этой организации вообще ничего было невозможно. Фактически протопартия большевиков, потому что в руководстве был Ленин. И он как раз-таки говорил, что давайте от разрозненных этих марксистских кружков переходить к общей организации, которая будет заниматься уже конкретно агитацией рабочих, проводить аналитику того, что происходит на конкретных производствах, общаться с рабочими, показывать им, что их проблемы, они экономические, но мы будем их решать именно выводя к классовой борьбе. То есть это вот наиболее прогрессивная, конечно, организация из всех, что были на тот момент. И, ну, понятно, Ленин там сыграл не последнюю роль. Одной из первых, наверное, основных групп социал-демократов России стала группа освобождения труда, которая стала, по сути, первым таким интеллектуальным центром, разрабатывавшим многие, ну, по сути, базовые документы, которые стали в будущем основой партии РСДРП. А, по сути, они действительно заложили и какой-то и интеллектуальный костяк, они переводили какие-то марксистские произведения, начали, собственно, с перевода манифеста коммунистической партии. В будущем, конечно, скажем так, оказались не столь прогрессивными, как в начале, но... Первые дни их были очень яркими и прогрессивными. Ох, Плеханов, Плеханов. Да. Как ты мог? Ты нашел победить капитализм, не примкнуть к нему. Печально, на самом деле. Да. Ну, нельзя не упомянуть, когда мы говорим о первом съезде Петра Румянцева, совершенно забытый, на самом деле, в социал-демократическом движении человек, но он рисковал жизнью, карьерой, семьей, когда помогал устраивать первый нелегальный съезд, потому что он проходил в его квартире, и он при этом совмещал нелегальную конспиративную деятельность и, в общем-то, работу коллежского асессора, что показательно, потому что в тот период еще можно было найти лазейки, чтобы пытаться, вот, будучи на легальном положении, помогать товарищам, которые уже ушли на нелегальное. Как проводили первый съезд? Ну, когда при слове «съезд коммунистической партии», да, все говорили, что это какие-то брежневские съезды, огромные залы, выступающие, многочасовые доклады и долгие продолжительные аплодисменты. Но первый съезд РСДРП был не столь пафосным, был гораздо более скромным и выглядел примерно как день рождения, в котором он отчасти являлся. Это было такое конспиративное прикрытие, где люди сидели за чашкой чая, в общем-то, обсуждали несколько дней основные моменты, правда, не столь результативно, хотя, по крайней мере, результатов до нас осталось довольно мало. Ну да, там даже блюда специально готовили, чтобы именно со стороны, а тут было много домов, всем казалось, что реально день рождения отмечают, что вот эти все приехали именно отметить. Вот. Но я думаю, что они и правда немножко отмечали, потому что все мы понимаем, что вряд ли они скучно проводили время в прениях, потому что очень много было дебатов по вопросам, даже название партии вызвало просто огромные беседы длинные. Собственно, это был главный итог первого съезда, это название партии. Люди, которые приняли участие в первом съезде, мне, наверное, больше всех запомнился Радченко Степан, потому что он был одним из первых, кто организовывал кружки в Петербурге, даже до того, как Ленин туда приехал, вот, помогал делать кружки в других районах города, именно рабочие и интеллигентские тоже. И при всем этом, когда начался этап перехода к агитационной деятельности, за который Ленин выступал, он был против. То есть, как бы, человек прогрессивной деятельностью занимался, а когда вот нужно было решаться идти дальше, он считал, что надо все-таки назад вернуться.
На первый съезд он поехал, потому что большинство тогда были арестованы. Но, в общем, показательно, да, то, что у нас сейчас тоже, вот когда идет какое-то развитие, а люди говорят, нет, давайте назад вернемся на этап назад, вот, потому что там спокойнее, там точно получится, а впереди там какое-то такое непонятное что-то. В целом очень печально, что большинство из этих имен оказались, ну, по сути, неизвестными, по сути, забытыми, потому что если мы сейчас, ну, не то что Ленина на улице, а даже у простых марксистов, членов кружков, спрашиваем, там, любые из этих фамилий, никто их просто не вспомнит, и, по сути, люди, кто организовывал партию, по факту оказались, ну, за бортом истории, и абсолютно непонятно, и по факту многие даже предлагают вести историю партии не с первого съезда, а все-таки со второго, поскольку он, ну, по сути, реально партию все-таки заложил действительно второй съезд, а не первый. Да, вот одним из таких результатов, которые дошли до наших дней, хотя большинство бумаг там было сожжено, это манифест Социал-демократической рабочей партии. И, в общем-то, да, не совсем компартии, да, манифест, к которому все привыкли, малоизвестный. Но, тем не менее, вот есть воспоминания, когда до Ленина, который тогда был арестован, дошли сведения, дошли эти бумаги, он просто был безумно рад, потому что, наконец-то, все-таки вот есть партия, да здравствует международная и русская социал-демократия. Очень радовался он. Ну, в целом, текст, он, на самом деле, написан очень, на мой взгляд, живым языком, очень, он был, на самом деле, довольно актуален для того периода, действительно мог использоваться как, ну, какое-то агитационное средство. Другой стороны, очень печально, когда многие современные коммунисты пытаются подражать языку того времени, писать в духе того времени, скажем так, делая некий симулятор. Косплей, да, тот период, но не пытаясь каким-то образом переосмыслить, понять дух того периода и развести именно не букву, а именно дух, именно двигаться в правильном направлении, не говорят совершенно языком, понятным широким массам. Ну, а тут у нас те, кто был по другую сторону баррикад, это Сергей Васильевич Зубатов, про которого мы уже много говорили, конечно. Очень специфический персонаж, который начинал с того, что был революционером, библиотеки работал библиотекарем и разрешал там собираться всяким нелегальным кружкам, в общем-то, выдавал книжки нелегальные, в общем, прям душа компании. Но в итоге превратился в полицейского агента, который просто создал псевдорабочее движение. Это уникальный случай в истории, когда человек из охранки создает движение, чтобы уводить классовую борьбу не туда. И это просто что-то с чем-то. Но оно вышло из-под контроля, на самом деле. Вот это самый примечательный момент, действительно, то, что создавалось как полностью подконтрольный охранительский проект, в итоге послужило базой для будущего развития, по сути, основой будущего, с одной стороны, как профсоюзного движения, так и социал-демократического движения в целом. Глубокой ночью делегаты съезда скрылись в переулках Минска. Но недолго им оставалось радоваться. 8 из 9 делегатов тут же были арестованы. Что важно понимать, прошел ли съезд успешно? Нет. Не был выработан ни общий устав, ни какие-то организационные документы. Тем не менее, была проведена попытка собраться первый раз людям из разных городов, из разных союзов, из разных кружков и объединиться в некую структуру. Конечно же, причина неудачи была не в том, что здесь не было Ленина, как многие учебники советского периода нам об этом говорят. На самом деле причина была в том, что не было достаточной конспирации, к сожалению, и поэтому многие были арестованы, 8 из 9 собравшихся на съезде. Тем не менее, был сделан первый шаг в долгой борьбе, которая потом приведет к победе революции. Все радовались тому, что наконец-то они стали членами партии, не просто каких-то кружковых организаций или союзов, а именно партии, которая впереди будут очень нелегкие времена, но тем не менее, она приведет в конце концов пролетариат к победе. Как они могли развалиться на втором съезде? Ленин проиграл. Где же был Сталин? Что делал Троцкий? Понравилось видео? Ждешь следующую серию? Подписывайся на канал, ставь лайк и изучай историю партии вместе с нами.